Гамарджоба, это босс Герман от компании BigBoss. Мы очередную квартиру сегодня сдаем. 36 квадратных метров. Сейчас должны прийти наши заказчики. Давайте я расскажу сразу быстро, пока их нет. Здесь полностью был демонтаж-монтаж сделан стен, штукатурки. Также электрики, новая электрика наша от компании BigBoss с нашей наклейкой. И пошли по потолку, все в трубах у нас было. Потом после этого мы залили пол в один уровень, уложили плитку. Вот такой оригинальный санузел тоже у нас, маленький, но уютный. И также постелили плитку, ламинат, также установили двери, обои, плитка, кухня тоже, видите, холодильник, техника. Не хватило у нас чисто у заказчиков, только по мебели денег. Но в ближайшее время обещали поставить и потом нас пригласить еще. Также системы, потолки двойного уровня, натяжные, видите, люстры, точечники, все. От нашей компании, наши партнеры все это делают. Пойдемте в спальню тоже посмотрим. Здесь тоже балкон мы не выносили. Нам сказали, что поставить его. Также потолок натяжной, двухуровневый. И вот это у нас подарок нашим дорогим заказчикам. Декоративная штукатурка. Прямо сделана на потолке, на монолите. Видите, какая красота. И обои все в один тон, моющиеся. Да, и наши заказчики подошли. Добрый Здравствуйте. День, добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, любуйтесь. Наверное, развиваться надо, нет? Бахилы есть. Это уже вам решать. Ой, обещали все убрать, но так и будет. Убрали. Клининг прошел полностью. Все замечательные здоровья. А мама где? Машина осталась. Она боится машины. Все, куда пойдем? Куда хотите. В любое место. Все, давайте смотреть. Ключи. Уже готовы передать вам. И ок, дощечка. Это уже вторая тема будет. Остальное смотрите, любуйтесь. Все отлично. Пошли туда, посмотрим. Самое главное. Снять любовь. Мечта Кирилла сбылась. А на ламинат? На ламинат? Ай, можно и на ламинат. Отлично. Кирилл, как декоратив? Это у нас подарок. Тебе. Отлично, отлично. Как обсуждали от души, от компании? Супер. Плинтус все сделали. Так и там кабинет будет или гардеробная? И то. Я думаю, там стол встанет. Можно будет и гардеробный, и кабинет все вместе. Компания не мешала, да? Она не мешает. Он хранителям отправился, не мешал. Как чувство? Долгожданный момент. Столько времени. Как ремонт проходил? Да все хорошо. Были какие-нибудь проблемы? Благодаря как было. Герману все прошло хорошо. До Германа? До Германа. С переменным успехом до Германа. Но он все вытащил в конце. Самое главное, что в окончании все получилось красиво, аккуратно и как вы хотели. Нравится? Идемте, подарок вам. Пойдем на кухню. Но мы без вас этот, мы бы второй этап бы не согласились. Ничего, самое главное, что дело завели. Мы там поставили на паузу и столько собирались сегодня. Так, и чтобы этот холодильник у вас всегда полный был. Ух ты ж, ничего. Это вам, от меня, от души и от компании. Это Андрея. Спасибо. Только Кирилла им не бери. Обещаю. А там видели, да, мы заносили на днях там побольше такая, можно есть сразу. Давайте смотреть. Ой, это грузинское. А вы думали, будет другое? Прекрасно. Ну да, Гамарджоба. По-любому должно быть грузинское. Как я помню, последнюю встречу Кирилл хотел уже здесь открывать вино. Так что она холодная, сегодня можете. Отлично. То есть у меня сейчас на руку поставили. Сегодня не остаетесь? Да посмотрим, да?
Уже остается. Папе скажи, что ты маму сегодня. Холодильник уже полный, можно остаться. Маму тоже куда-то сейчас прилететь. Да он на стоматолога сейчас. Все, Кирилл, значит, к стоматологу, а сам уже на квартире закрывайся. Да. Расскажи что-нибудь. Что вы про нашу компанию? Все хорошо. Нравится ли вам? Да, все супер, все ровно, все замечания учтены. Пожелания. Все пожелания, замечания, все учтено, все качественно. Поздравляю! Удачи вам, было приятно поработать с вами. Поздравляю. Обращайтесь. Спасибо. Возможно, не последний раз, может, еще что-нибудь. Надо всегда готовы помочь. Гарантия 2 года у вас от нас, если что, обращайтесь в любое время, в течение 2 лет все поисправляем. Приведите сейчас.